Привет! Добро пожаловать в программу «Дантест». В настоящее время ведется очень много споров о месте, которое занимает традиционное карате в мире боевых единоборств, о его прошлом, настоящем и будущем. И сегодня мы попробуем ответить на некоторые из этих вопросов. Добро пожаловать в мир окинавского карате! Мы находимся в додзю, одной из самых известных и популярных школ окинавского карате. Окинавское Goju Ryu. Привет, Богдан. Привет, Гия. Со мной сейчас два замечательных парня, два замечательных бойца, которые знают о Goju Ryu очень много. Больше, чем многие люди думают, что они знают о Goju Ryu. Ребят, первый вопрос. Что для вас такое Goju Ryu? Что это за система? Что она дала лично вам? Ну, я начал заниматься вообще разными стилями боевых искусств, самбо, в 13 лет. Перепробовал очень много. Занимался штакан, занимался ушу. В Goju Ryu я нашел все, что искал. То есть, в принципе, вот для меня это стало некая квинтэссенция боевых искусств, такой вот полный абсолют. То есть, вот сочетание мягкого-жесткого, оптимальная стратегия боя, оптимальная философия боя. И самое главное, что это стало вот неким таким, да, стилем жизни, неким стержнем. Для меня вообще Goju Ryu началось с того, что я случайно увидел фильм BBC. Помните, был такой The Way of Karate о жизни сенсея Морио Хигаона? Я в тот момент занимался ушу. Я когда увидел этот фильм, я понял, что все. Вот все, я должен найти вот это. Я даже не знал, как это называется. Я просто увидел фильм, а там же, если вы помните, он же на английском языке. А я тогда еще, в отличие от сейчас, английского не знал. Я не мог даже понять, как стиль называется. Я начал искать. Я 2 года искал, чтобы мне кто-то подсказал вообще, а чем, что это за человек и чем он занимается. Тоже занимаюсь, значит, с самого детства, перепробовал очень много школ, занимался разными школами, совершенно разными направлениями, там и кикбоксингом занимался. Но вот в течение всего этого поиска, когда уже попал в Goju Ryu, это было еще в Грузии, да, я занимался у Паты Челидзе сенсея. Для меня это было совершенно полное откровение. То, что я там увидел, и то, что я видел до того, это разительно просто очень сильно отличалось. Поэтому, естественно, я влюбился просто в этот стиль, тренировались мы с утра до вечера, и нашел в нем вот все, что я искал в боевом искусстве. А вот так, чтобы что такое Goju Ryu сформулировать, для себя я принял такую, можно сказать, может быть, интересную формулировку. Goju Ryu – это достаточно жесткое, очень эффективное боевое искусство для интеллектуалов. То есть здесь есть и то, что применить очень эффективно, и есть масса всего, над чем можно подумать, и думать в течение всей жизни. Но сейчас происходит такой у нас перекос. В первую очередь, наверное, это в интернете. Очень много споров о том, откуда появилось карате, откуда появилось ушу. Начинаем копаться где-то там глубоко, глубоко, глубоко. И при этом мы забываем о том, что надо банально просто тренироваться в зале, банально изучать это карате. Вы этого не забываете. Вы действительно и думаете о том, что такое Goju Ryu. И в то же время вы пашете в зале. И я не могу, в общем-то, сразу не обратиться вот к этому интересному такому сооружению. Давайте вы мне расскажете, что это такое вообще.
два слова скажу. Значит, эта штука, это, в общем-то, одна из разновидностей макивар. У нас в зале много различных макивар. Да, мешок, собственно говоря, тоже в том числе макивара. Но вот эта вот макивара, например, моя любимая. Да? Я без нее не обхожусь, наверное, вообще ни одной тренировки. Почему? Во-первых, потому что, вот, кстати говоря, из этого выросло то, что потом делал Брюс Ли, которая поворачивалась, помните, с палками? Вот это вот более такой оригинальный вариант. Второе, это дает, как ни одна другая макивара, ощущение реального и очень жесткого человека. То есть удар вот в этот мешочек наверху с песком, да, это примерно то же самое, что, ну, я не знаю, ударить человека с мышцами и пробить его до костей. Второе, вот эта палочка, она вытаскивается, вставляется в разные вот эти вот дырки, на ней можно отрабатывать блоки, удары, передвижения и так далее, и так далее. Здесь, правда, нет еще второй, вот здесь навешивается еще вторая для маэгери, маваши и так далее. То есть это такая вот традиционный метод тренировки не только мощи удара, но в том числе и чувствительности, чувствительности блоков. Гуджури на этом основано, на чувствительности. Помимо того, что Гия сказал, на самом деле вот в этом тренажере видно, собственно, что такое гудзюрю. Потому что все равно любой стиль боевого искусства выбирает для себя какую-то определенную стратегию боя. Гудзюрю – это стиль ближнего боя. И вся стратегия сводится к тому, чтобы войти в ближний бой и наиболее эффективно в нем функционировать. Поэтому вот этот вот аппарат, не побоюсь этого слова, он и как раз позволяет отработать эффективную связку блок-удар в ближнем бою. И, в принципе, большинство тренажеров Годзю, которые существуют, они тем или иным способом позволяют отработать эффективное действие в ближнем бою. Я вспоминаю истории о окинавских мастерах, когда просто мастера, не выступая нигде, на таких модных сейчас K1, MMA и так далее, и так далее, и так далее, где якобы дерутся реальные пацаны, которые показывают настоящее боевое искусство. И вот эти вот такие невысокие старички, которые тренируются ежедневно вот на подобных снарядах, они просто могут выйти и проломить грудную клетку, и на этом все закончится. Вот это, наверное, самое важное, да, в карате, вот кенхисацию, убить с одного удара. Тот принцип, который Фунакоси принес в Японию, и который из японского карате в конечном счете ушел, превратившись в спортивное зрелище, вот на Окинаве он остался существовать именно в том виде, в котором мы его и понимаем. Но здесь возникает такой вопрос. Для того, чтобы добиться этого удара, нужно тренироваться не один десяток лет. Не один десяток и не одну тысячу ударов нужно нанести на тренировке. Причем нанести сначала самая такая тяжелая и муторная работа, наносить его в воздух, то есть, грубо говоря, в пустоту, отрабатывать правописание. А потом необходимо уже нарабатывать его в макивару. Потом нужно нарабатывать его в различных комбинациях, поскольку человек двигается, сам тоже боец двигается, да, его надо бить из различных позиций. Работаю. Просто колоссально. Да, действительно, колоссальная работа. И многие люди, которые сейчас начинают заниматься боевыми искусствами, или даже, я скажу, не боевыми искусствами, а спортивными единоборствами, mm-hmm. они хотят научиться это за один год, за два года. Говорят, зачем мне ваше гудзюрю, зачем мне вообще нужно ваше карате, когда я буду 15 лет тренироваться для того, чтобы там кому-то что-то ломать. Я хочу сегодня, здесь и сейчас. Вот, Богдан, что ты можешь ответить таким людям? В чем смысл карате?